Пресс-центр продолжает свою работу и знакомит с вас с интересными людьми и интересными продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Агент Продукт», я руководитель отдела продаж. Наша компания занимается импортом продуктов питания. Мы импортируем продукты из Германии, Гватемалы, Кореи, Китая и других стран. Под собственной торговой маркой производим продукцию по азбуке продуктов и «Волшебная страна». «Волшебная страна» — это детская линейка, азбука продуктов — это линейка для более широкого потребителя. Под торговой маркой азбука продуктов мы производим кокосовые кубики в Нидерландах, арахисовую пасту в Китае и в Индии. Сок лимонов Италия — это прямой отжим, 100% натуральный сок, без каких-либо добавок. Вся наша продукция отличается тем, что в составе отсутствуют продукты такие, как лактоза, генетически модифицированные добавки и так далее. То есть это продукт для людей, которые следят за своим здоровьем, за своим питанием, за тем, что они едят. ЗОЖ-повестка абсолютно стоит остро, и, соответственно, вы соответствуете. Да, мы стараемся придерживаться здорового образа жизни в компании и транслируем это для наших потребителей. Продукция представлена на интернет-площадках, Озон, Валберес, других интернет-площадках. Имеет максимальное число отзывов, например, по арахисовой пасте без сахара, что говорит о ее потенциале, о ее продажах там высоких. По соку лимонов мы занимаем порядка 70% продаж всей площадки Озон, например. Кокосовые кубики — продукт новый, пока что рынку незнакомый, но вот второй год мы его раскручиваем и видим динамику положительную ежегодно. И стремимся насыщать ассортимент товарами, которых нет на рынке еще пока что на российском, которые есть в других странах, но у нас еще не в широком потреблении они. И такой вопрос. Кокосовые кубики, доселе неизвестны мне как минимум, да, это какой-то снэк, это какие-то конфеты или это для готовки? Как это использовать? Кокосовые кубики – это как снэк, это как вариант полезного перекуса, ребенку в школу с собой дать или с собой в машину взять, в офис, на работу, в рюкзак, в поход. То есть это калорийный продукт, но при этом он довольно безвреден для здоровья и восполняет потерянную энергию. То есть быстрый, здоровый перекус, который восполнит энергию. Да, мне хочется сказать, да, что у вас отличная линейка. Я вижу взрослая линейка абсолютно такого цвета, красивая, сразу видно, что это вкусно. Детская линеечка, да, вот детская линеечка. Вижу, что очень ярко для детей стилизовано, чтобы на полочке ребенок увидел и тут же захотел схватить. Из чего, как они сделаны? Я так вижу два разных вида. Да, это продукция из двух разных стран, на самом деле. Это Гватемала, Центральная Америка, а это производство России. Но, тем не менее, мы под собственной торговой маркой производим продукцию в разных странах, стараемся производить там, где это делают качественнее, где это делают лучше. Например, пасту мы производим в Китае, потому что там качество арахиса выше, чем в России, в которой он не растет. Да? А маршмеллоу мы берем в Гватемале, потому что это Центральная Америка, там есть культура потребления маршмеллоу. Потому что маршмеллоу в Гватемале растет лучше. Крупнейшая в мире фабрика по производству маршмеллоу находится именно в Гватемале. И они занимаются только производством маршмеллоу. Это все циклы им знакомы, объемы очень высокие, и качество сырья, из которого они делают, оно высокое. Там кукурузный сироп используется. И для России они используют, производят маршмеллоу специальные рецептуры для стран с холодным климатом, потому что у нас разница температур большая, и чтобы у нас продукт не портился в нашем климате, для нас они делают специальную рецептуру. По этой рецептуре вот производится маршмеллоу, в том числе детской линейки «Волшебная страна». Здорово, пожелаем вам удачи на нашей выставке, надеюсь, еще больше партнеров вы здесь найдете, и конечный покупатель, конечно, по достоинству пусть оценит качество вашего продукта. Спасибо. Спасибо вам и спасибо тем, кто выбирает нашу продукцию на интернет-площадках Озон, Валберес и других ресурсов. Спасибо.